Здорово, Лимон, с вами Антон Лимон, и сегодня у нас обзор на Dranzer Flame. Вот такой у нас Dranzer Flame от Такая Томи из посылки Евгения. Я этот ролик выложил где-то две недели назад, и только сейчас дошли руки на него снять обзор. Давайте я вам покажу детальки. Вот такой Dranzer Flame, я узнал, как его зовут. Вот Такая Томи, диск от Anubion, у меня даже есть одна комбинация с ним. Если вы хотите, я сниму на нее обзор, на комбинацию. И драйвер, как я помню, он называется Zenit. У него три режима, это спайсинг на QM драйвер. Кто не понял, это так, режим защита, есть режим выносливости, это атака, и режим выносливости, вот. Очень хорошо поднимается и опускается, все. Щелчки такие крепкие, хочу сказать. Ладно, давайте тестировать. Я хочу быстренько потестировать его сегодня. Первый противник. Сейчас, секунду. Зелеон Зевс. Вот такая тот. Режим защиты первый. Даже интересно, кто будет говорить. Dranzer Flame выиграл. Сейчас я возьму лаунчер по другой. И дам Dranzer Flame режим выносливости. Ну что? Зелеон. Dranzer. Отлично. Подождите, тут один. Нет. Лежит. Так, это... Да, все правильно. За это он проиграл. Счет 2-0. The Flame выигрывает. Дальше... Первый Вальтрик. Такая вот у меня верхушка. Детали мои. Ой. Это что такое? Вальтрик. Вот такое. Я не показывал детали, потому что вроде как. Да, я ничего не показывал. Ну что, погнали. Ай, плохо. Как вы видите, арена модернизированная. Это арена. Я на ней был, по-моему, 2 или 3 битвы на канале. Решил вернуть ее. Следующий противник уже выбран. Один. Вальтрик выиграл, Драгун. О, нет, Вальтрик поиграл, Драгун выиграл. Режим атаки. Ой-ой. И Валтрек выкидывает дракона. 1-1. Вальтрик. Дракон. О, дракон взорвался. Так, это неожиданно. Валтрек переможет. Сейчас, секунду. Как он проиграл. Счет 1-1. Ну, то есть, одну выиграл победу, одну проиграл. Сейчас счет 3 раунда. Голубики, Хардиан, Кербелся, шестерка и драйвер Фафнера. Раз. Тоже выиграет.
Да, драгон взорвает Кербеуса. Так, счет 2-1 в пользу пока дракона. Следующий противник, давайте, я не знаю, давайте посложнее, давайте, о, возьмем легендарного Спригана. Ладно, это выносливость вообще-то. А, вот, да, выносливость. Да, драгун выиграл. Ладно, сейчас поздно. Раз. Давай, драгун. Так, давай. Да, драгун выиграл. Ладно, сейчас поздно. И на последний противник, наверное, пусть давайте он, Кардиан Кербеуса. Драгун, ой, Кербеус и Драгун. Я не знаю, я его называю Драгун почему-то. Хардиан Кербеус побеждает 1-0. И ставим режим защиту Драгуну. Драгун. Ой, Кербеус и Драгун. Неужели Хардиан Кербеуса выиграет Драгун? Ну, Драгун проиграет Хардиану. Да, Хаген победил. Давайте все-таки еще две битвы проведем. И два еще два противника. Это будет... А давайте самого сложного. Калзар. Бум Калзар. А шо? Ха, Гай, ну, дракон выжил. Удивительно, как это. Да, Калзак не может выжить. И последний его противник. Давайте. О! А давайте немножко усложним его противник. Это будет Lost Luna. Хотя. Давайте. Ребят, кстати, я задумываюсь над одной прикольной темой насчет турнира подписчиков. Вы будете писать мне комментарии, ну, комбинации. А я буду... Как вам идея? Вы можете сразу несколько написать. Я больше в вашей сборке будут участвовать. Да, все-таки победил Драгун. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Анатолий Мансур. Всем пока.